Сжиженный газ чрезвычайно опасен, и даже выведенное из эксплуатации газовое оборудование требует повышенного внимания и аккуратного обращения. Сегодня это еще раз подтвердило ЧП, произошедшее во дворе многоквартирного дома на Советской 59. Здесь вспыхнула нерабочая газовая база. На неиспользуемом оборудовании в этом году должны были провести процедуру дегазации, после чего емкости и колонки подлежали демонтажу. Для обеспечения безопасности горожан дворы многоквартирников на Советской 57 и 59 были оцеплены. Тех жильцов, кто находился дома в этот момент, попросили покинуть квартиры и уйти на безопасное расстояние. Кроме того, было перекрыто и автотранспортное движение в квартале улиц Советской, Мальгина, Челюскинцев, Фрунзе. Отметим, что, по словам специалистов, спецификой тушения подобных пожаров является их продолжительность. Пожарные вынуждены ждать, пока газ не выгорит полностью, контролируя при этом лишь температуру горящей емкости и сдерживая дальнейшее распространение пламени. Выводы о причинах возгорания специалисты будут делать после того, как огонь будет полностью потушен.